Ладно. Не буду слух. Привет. Одна штука. А нет, еще Шамиль. Этот армия. В окно могу выйти, замуж нет. Я ем. Да, ты знаешь, я сижу такая, думаю, нифига, Катя офигела. Эти сторисы закидывают, а мне не отвечают. Что такое? Потом вижу, что одна галочка. Вот я с Катей общаюсь. Ты такая Катя. Тебе знать не надо. Да, я знаю только одну Катю в твоей жизни, так что... Олесь, ей пора уже на свадьбу. А она? Да, она уже засиделась, ужас. Да. Уже все. Ты недавно на свадьбе была. Кстати, она на свадьбе была какой? Там... У своих родственников. Там, кажется, одна девочка была, как будто бы, если я правильно понимаю, это же Жанна Турмыса, да, же племянница? Я просто не вижу, да. Ты светленькая, да? Ага. Я просто видела у одной девочки, как ее зовут? Гуля, кажется, как-то так. Помнишь, тоже светленькая? По-моему, вы вместе на видео появлялись, нет? Я это видела. В ТикТоке. Кушаешь, нет? Привет. Я нет. Нет, я не ем вообще. Я же на... А, ты ее снимаешь. Я же на диете. Вовремя заточила, ребята. Я на диете, все. Блины. Блин. Здравствуйте. Так, он не будет? У-у. У-у. Такая жара. Да. Кажется, нет. Спасибо за розу. Привет, привет. Всем здравствуйте. Как ваши дела? Что делаете? Как работа ваша? Сколько зарабатываете? Ну, уже съездили куда-нибудь на море, на Мальдивы? Дела отлично. Так, сколько у нас десятка, да? Thank you, you, Ухан, Хан, Хан. 18. Thank you. На работу как на праздник. Привет, зайка. Да. Понятно. Что там, что делаешь? Я уже в Алматы нахожусь. Спасибо тебе большое. Вчера... Сделай потише. Что ты слышала, как меня зайка называют? Привет, привет. Спасибо. Привет, Латвии. Все там. Мне тоже все хорошо. Я на работе. Я с Казахстана. Классно, вот смотри, ты прилетела, это жарко, так солнечно, все. Теперь пляжный сезон открывается. Все, ты теперь не будешь летать? С кем-то общается, представляете? С подружками. Утром, ну ладно. Ну ладно, я запомнила. Ну, тебе не надо. Подружки одно название. Так, я да, сама ты. Алейкум ассалам. По факту. Not WhatsApp. Спасибо, Муса. Мухаммад, ты вообще офигел. Вообще от тебя отпишусь, нашими отпишусь. Он правда, этот, твой конкурент, да, такая. Ладно, я шучу. Алейкум ассалам. Да, все правильно. Ты ей только это не говори. Договори. Я прочитала. Нет. Фаина, будешь спать? Я на тебя этот... Я на тебя натравлю кота! Я ради этого проснусь. Кем раньше шел? Нет. Это мой кем... А, это нет. Это не мой. Не бойся, она ничего не сделает. Она вообще спит.
Я знаю, как она тут уснула, и все, ее там хоть пауки, хоть смехи не распутят, пока утро не настанет. Да, по факту так и было. Так и было. Хорошо разговаривать. Пока что. Короче, если вдруг это ты мне звони. Такая домой приходит с бокалом. Thank you. Привет. Так, дела дальше. Эй, не делай так. Ой, вы так поделали? Нет. Вот пусть себе Фаина приходит. Нет, она же далеко. Ставит спать на качей. Ну, поделай вот так. Она теперь вот так не делает. Массаж. Ой, ужасно, ужас, кошмар. Все теперь. Бессовестно. Кроссовка? Мне кроссовка? Это твои кроссовки? Это Саида, не меня. Да нет, не она. Я Фаине говорю, я твои кроссовки вынесу. Куда? Тебе домой. И пищи перейти, босиком идет. Да домой. Это такой этот лайфхак. Привет. Хорошо, давай. Она не пробует. WhatsApp number. I don't have WhatsApp. Так, давайте мы еще 10 минут с вами обсуждаем глобальные вещи. Потом надо с Халидой идти разбираться. В натуре ты красивая. Нет, вы сказали, что кроссовка, и я не поняла в смысле. Спасибо. Потише. Мухаммад, я тихо вообще не разговариваю. Ты знаешь, я тихо не разговариваю. Я могу тихо разговаривать, когда сплю. А так нет. Так, давайте сейчас посмотрим, кто сидит. У Сабины? А что? У Сабины. Та самая Сабина, мама хотела написать. Ну ладно, ничего страшного. Потом будут говорить, у Фаины кроссовка. Да. Я же это Фаина мама. Тебе Наташа мне ответ. Это Фаина мама. Фаина кроссовки потерял. Да, так и будет, все верно. А не смешно. Ты всегда шутишь, не смешно, но я всегда шучу. Я всегда смеюсь над твоими шутками. А твои подруги смеются над твоими шутками, даже тебя игнорят. Они говорят, она меня убивает. Она говорит, не знаю, не. Конечно, я же ленивая. Я не замужем. Я похожа на замужника, а без замужника. Я сейчас тут с Халидой памперсы выбираю. Хотя без этой не для детей. Спокойно, ну-ка быстро все собрались. Нужно все серьезные вести. Сейчас скажут мне, что за кошмар. Потом скажут, чтобы я не сделала фильм. Надо серьезно вести. Все, подходите ко всему серьезно вот тут. Так что нельзя улыбаться. А вы знаете, что она делает? Кого не знаю? Говорит, не знаю, не видела. Халида вообще никогда не видит и ничего не знает. Нет, она не слышит. Вот выйди замуж за Саида и сиди дома. Хочу жениться, пипец. Как нормальные люди. Хочу жениться за Саида. Ну, когда я посмотрю, Саид, вам сколько лет? Где живете? Отправьте. На Мальдивы ездите часто. Здравствуйте. Кемран Коронка с эфира не выходит. Да, с эфира. Да, вот Кемран. Сколько я думала, коровка написала. Только не было. Коровка? Я не коровка. Пойдешь на свидание. Эль Франс. Вы... Почему вы Эль Франс? Сначала скажите. Спасибо за розу. Привет. Асёка. Асёка это мальчик или девочка? Асёка это мальчик. Ну нет, скорее всего, там на фотографии парень.
Алейкум ассалам. Рамзес Асаев. Я с Рамзес. У меня, короче, у соседи кота зовут Рамзес. Он такой... А как без этих шуток? Он такой я мощный. Благодарю. Без этих шуток? Да, она пойдет. Мухаммад, я тебя сейчас заблокирую. Ты что за меня тут отвечаешь? Откуда? Ты с кем разговариваешь? Шахбоза на тебя шалуюсь. Ты уже со всеми шахбоз. Какая-то подружка откуда-то прилетела. Она знаете, у нее вот там какие-то 100 лет давно уже работали, она их подружка называет. Ну скажи знакомые, да? Послушай, всем мне станет. Шамиль, откуда твоя подружка, скажи? Ну я не говорю, что Шамиль моя подружка. Я говорю, что. Она только Шамиль мой друг. Друг, не подружка. А друг может? Хорошо. Подружка нет. Алина, он с Афганистана, ему 25. Мы идем воевать. Алейкум ассалам. В смысле, вы прям в Афганистане живете? Прям там? Прям с... Сейчас там эти талибы, нет? Прям с ними? Или вы не там? Алейкум ассалам. Я с Алматы, из Казахстана. Спасибо за розу. Доброе утро. Как поженимся, говорит, сразу автомат подарит. Я всю жизнь мечтала о автомате. Я похожа на французского актера в фильме «Телохранитель Цедора». Это что за фильм? Это Леон? А, нет, Леон это не телохранитель. Привет. Тебе тоже к талибам надо. Ты так думаешь? И что мне все-таки выходить замуж, да? Я отлично. Good morning. Написано же, Алла меня зовут. Thank you.